дерьмо. Давай, 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 давай. Какого черта? Я пытаюсь войти. Черт! Видишь, что тут творится? И они тут понятия не имеют, что надвигается. Ты должен забрать меня с собой. Иди в убежище. Вместе со всеми. Послушай, Дах, не держи меня за идиота! О чем это ты? Я знаю, куда ты направляешься. Сара рассказала мне твою тайну. Тогда ты понимаешь, почему я не могу помочь тебе. Ты смеешься. Ты смеешься надо мной? Сара! Мы не можем бросить его. Ты не можешь так со мной поступить, Дак. Сделай мне одолжение хотя бы раз в жизни. Я же твой брат! Прощай. Что ты делаешь? Мы прибудем в место назначения через 5 минут. Если хочешь выжить, нужно принимать трудное... Феникс 9. Знаки были повсюду. Голод, загрязнение, эпидемии. Спустя век необузданного потребления... Цивилизация была готова обрушиться под собственным весом. Но я все еще верила, что человечество объединится и, сражаясь плечом к плечу, победит алчность и эгоизм, которые уничтожали нас. Но в конце концов те, в чьих руках была власть, выбрали другой путь. Как обычно. Война. А когда все закончилось, единственное, что у нас осталось... Это мы сами. Уже год мы движемся в сторону колонии выживших на Западе. Но еще так много осталось пройти.
Ты как, в порядке? Да, нормально. Как она? Не очень хорошо. Нам нужно сбавить темп. Никак нельзя. Мы кое-как сможем дойти до следующего города. И то, если не будем медлить. Что случилось, Генри? Спасибо. Вот так. Уоррен Шулер. Как высоко он может подняться? Сейчас, дамы и господа, встречайте восходящую звезду Уолл-стрит. Эй, Уоррен, давай, приятель, пора за стол поднимать настроение. Что за таинственность? Ну, знаю, что этот поход был чертовски долгим. Но сегодня у нас особое событие. 1000 миль. Половина пути. Вуаля. Где ты достал торт? Вообще-то, это был Газ. Он подумал, что это поднимет всем настроение. Газ? Это... Неужто я слышу твое сердце? Хорошо. Но прежде чем начать, думаю, что надо произнести пару слов. Клэр, скажешь что-нибудь? Давай. Ну давай. Давай. Мне сложно думать о том, через что мы прошли. Тысяча миль. Сейчас гораздо лучше, чем 1000 миль назад. Для всех нас. Нам нужно двигаться вперед, постоянно делая новый шаг. И все. И с помощью нашей полярной звезды, я надеюсь, мы найдем дорогу в колонию. Мы найдем дорогу. За надежду? За надежду. Что с тобой? Надежда? Надежда? Вы правда думаете, что можно просто взяться за руки и спеть кумбаю, и все будет хорошо? Вы что ли не видели, что творится снаружи? Эй, мы внутри и празднуем. Просто возьми кусочек. Что? Мы празднуем? Что мы посреди хрен знает чего? Что вся наша еда закопана глубоко в песок? Скажи, Генри, что у нас будет в меню, когда закончится торт? Уоррен, я знаю, что ты устал. И я знаю, что добраться до колонии кажется невозможным. Но я не думаю, что мы не сможем дойти. А, точно. Колония. Что ж... Давайте просто расслабимся, возьмем коктейль и насладимся закатом. Потому что через 1000 миль все наладится.
Отлично, народ, да? Давайте все похлопаем Ворону. Человеку года. Думаешь, это шутки? Нет. Я думаю, что ты вдохновляешь всех нас. Ладно, хотите знать, что смешно? Хорошо. Хорошо. Хотите знать, что на самом деле смешно? А? Вот это смешно! Мы слишком долго следуем за этим куском дерьма! Успокойся. Сейчас. А кто назначил тебя тут главным, а? Просто потому, что ты был тюремным надзирателем в какой-то дыре. Тоже мне. Ты всего лишь жалкий кусок... Хватит. Довольно. Кусок дерьма. Уоррен, хватит. Хватит. Хватит уже. Успокойся. Дыши. Просто дыши. Все хорошо. Дыши. Дыши. Все хорошо. Просто дыши. Дыши. Вот так. Все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тихо. Все. Тихо, тихо. Я с тобой. Вот так. Я больше не могу. Я знаю. Знаю. Не могу. Я с тобой. Я больше не могу. Шаг за шагом. По чуть-чуть. Давай. Нужно встать. Давай, приятель. Поднимайся на ноги. Давай. Вставай. Отлично. Все будет хорошо. Ты как, в порядке? Ты в порядке. Нужно забаррикадировать дверь. Что происходит? Чем? Давайте. Все вместе. Не сдвигается. Должно быть, он прикручен к стене. Черт, ребята, нужно убрать все из него. Ну, здравствуй. Как же такая красавица оказалась в таком месте? Пожалуйста, введите код авторизации. Понятно. Играет в недотрогу. Что теперь? Пора применить мое неотразимое обаяние. Стойте. Мы что, просто вломимся? Мы даже не знаем, что там внутри. Зато мы знаем, что снаружи. Так, теперь снимем этот лифчик. Вот так-то лучше, правда? Да. И... Черт! Код авторизации отклонен. Что ты делаешь? Ну, знаешь, расшифровываю мультибинарный квантовый алгоритм при помощи стохастической матрицы. Что означает... Бам! Отлично, давайте, пошли, пошли. Пора снять трусики. Код авторизации принят. Ну-ка, ребята, пойдемте. Где мой рюкзак? Уоррен, он тут с остальными. Пойдем. Уоррен!
Все в порядке? Да, да. Газ. Ворон. Как ты, нормально? Эй! Добро пожаловать в Феникс, персональную систему спасения. Лучший выбор для выживания в постъядерную эпоху. Наша система разработана, чтобы в случае мировой войны вы могли бы безопасно долететь до нашей современной лунной базы, где команда лучших в мире врачей подготовит вас к длительному сну. Как только условия жизни на Земле вернутся в норму, вы будете разбужены, чтобы принять участие в создании новой, быстро развивающейся цивилизации, которая отправит человечество к новым высотам. Мы предлагаем люксовые пакеты во всех основных климатических зонах. И благодаря нашим продвинутым технологиям освоения, вы будете наслаждаться комфортом, к которому вы привыкли. В обществе, полном жизни и надежды. Только два? Нет. Твою мать! Благодарим вас за выбор системы спасения Феникс. И помните, лучшее будущее ждет вас. Феникс 9. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод Юрий Аркалов. Озвучили Михаил Диполом и Маргарита Сахно.